Привет! С вами Петр Власов, и я рад поделиться с вами очередной историей одного из наших известных соотечественников. Его судьба тесно переплелась с регионом, в котором жили, живут и, я уверен, будут жить в будущем выходцы из России, с теплой и солнечной Калифорнией. Речь пойдет о Николае Петровиче Рязанове. Русский дипломат, путешественник, предприниматель, камергер двора Его Величества, командор Николай Рязанов был первым, кто по-настоящему громко и величаво заявил о России в этой части американского континента. Чтобы в полной мере осознать масштаб личности Николая Рязанова, достаточно привести слова одного из американских адмиралов. «Проживи, Рязанов, на 10 лет дольше, и то, что мы называем Калифорнией и Британской Колумбией, было бы сегодня русской территорией». А это, ни много ни мало, все Тихоокеанское побережье США и Канады. Так что же это был за человек, деятельность которого могла полностью перевернуть ход истории? Родился Николай Петрович Рязанов на берегах Невы 28 марта 1764 года. В Санкт-Петербурге прошло его детство, юность, и здесь же началась блестящая карьера государственного деятеля. За короткий срок Рязанов из асессора в Псковском гражданском суде становится руководителем канцелярии и начинает выполнять личные распоряжения Екатерины II. Такая прыть молодого человека не могла остаться незамеченной. Его непосредственный начальник, один из фаворитов императрицы Платон Зубов, под благовидным предлогом отправляет Рязанова в Иркутск инспектировать деятельность купца Шелихова и его компании по заготовке пушнины. Но и тут предприимчивый Рязанов быстро находит возможности для роста и развития. Он женится на дочери Шелихова Анне, а после смерти тестя становится одним из владельцев его компании. При Рязанове пушной бизнес выходит на новый уровень. Павел I подписывает указ о создании на базе предприятий Шелихова единой российско-американской компании, уполномоченным корреспондентом которой назначается Николай Петрович Рязанов, успевший уже к этому времени стать обер-секретарем Сената, а также получить от императора титул командора Ордена Святого Иоанна Иерусалимского. Именно тогда на шее Рязанова и появляется Мальтийский крест. Но в 1802 году успехи блестящей карьеры омрачает внезапная смерть жены. Новый император Александр I считает полезным для Рязанова сменить обстановку и назначает его руководителем кругосветной экспедиции Ивана Федоровича Крузенштерна с целью установить дипломатические и торговые отношения с Японией. Но столкнувшись с откровенно изоляционистскими взглядами японских властей, Рязанову не удается заключить торговый договор, и он получает приказ провести инспекцию русских поселений на Аляске. Командор с готовностью берется за выполнение поставленной задачи, еще и потому, что понимает, какую роль в будущем может сыграть эта часть Тихоокеанского региона для России. В своих письмах императору Рязанов настоятельно рекомендует закрепиться России на Курилах, Сахалине и Алеутских островах. На последних своим приказом он также запрещает охоту на морских котиков, чтобы сохранить поголовье. По сути, Рязанов становится первым, кто поднимает вопросы экологии в северной части Тихого океана, и это за 200 лет до Гринписа и других защитников природы. Русские поселения на Аляске Рязанов застает в плачевном состоянии. Людям катастрофически не хватает продовольствия и других припасов. Командор безотлагательно снаряжает два корабля – «Юнона» и «Авось» – и ведет их на юг, к берегам Калифорнии, чтобы купить все необходимое. Испанцы, которым на тот момент принадлежала Калифорния, не горели желанием вести дела с Россией, так как были союзниками Наполеона в Европе. Но Рязанов пускает в ход проверенное средство. Он делает предложение дочери коменданта, прекрасной Концепсьон Аргуэлья, что и становится решающим фактором в оказании помощи русской экспедиции. Забив до отказа трюмы кораблей провизией, Рязанов обещает возлюбленной вернуться, как только получит одобрение Папы Римского на брак между православным и католичкой. Но, как известно, этому обещанию командора сбыться будет не суждено. Кончита долгие месяцы проведет в ожидании корабля на берегу океана, но в итоге, не дождавшись, уйдет в монастырь. На пороге смерти, когда уже нет смысла врать и притворяться, Рязанов в письме родным напишет: «Любовь моя,
у вас в Невском под куском мрамора, а здесь следствие энтузиазма и новая жертва Отечеству. Концепция мила, как ангел, любит меня. Я люблю ее и плачу о том, что нет ей места в моем сердце. Николай Петрович Рязанов умер 1 марта 1807 года в результате болезни в Красноярске, где в его честь сегодня установлен памятник. Этот человек возглавил первое в истории России кругосветное путешествие, участвовал в создании российско-американской компании и установлении дипломатических отношений России с Японией, поддерживал жизнеспособность русских поселений на Аляске, решал проблемы экологии, наладил торговлю с Калифорнией, создав предпосылки для создания в 1812 году русской торговой колонии Форт-Росс. Неизвестно, была ли любовь Рязанова к Кончите такой, какой ее воспели в легендарной рок-опере «Юнона и Авось», или же он до конца своих дней любил свою первую жену Анну Шелихову, но вот о чем можно сказать с полной уверенностью, так это о том, что вся жизнь командора Николая Рязанова была пронизана любовью к своему отечеству. С вами был Петр Власов. До встречи и любите свое отечество!